Доброе утро! Мы здесь бегаем, мы здесь собираемся. Я там, Сережка уже первую партию сумок вынес. Я здесь запариваю термос. У нас здесь два термоса, я здесь парю черный чаек. У нас здесь вот такой беспорядок, сумки, сумки, сумки. Яричек, мы уезжаем! Ура, ура! Да! Пошли, нас еще завтрак ждет, что-то, не знаю, что на завтрак, там шарлотка у Сережки кусочек есть, у меня здесь, боже, пустой холодильник совсем-совсем, я, наверное, творожок скушаю, там у меня еще остался домашний, мама привозила, так что ура, мы уезжаем, я такая довольна. Сережка сейчас быстро завтракает, скажи всем привет. Ты уже на уличку сходил, привет. Да? Привет. Угу. Ты что, колеса накачал? Там очень холодно. Машина вся замерзла, покрылась льдом. Капец. Вернее, не мы. Угу. Да, похолодало. Я даже... ее почистил, нам подкачал колеса, потому что у нас будет несколько человек, надо, чтобы... Сильная машина была, да, чтобы выдержать? Больше, да. Да. Я по окнам даже заметила, у нас там, видите... Так что холодно сегодня, холодно. Яричек капризный, сейчас будем одеваться, да, сыночка? Так, все, мы едем, едем! Ярик, скажи всем привет. Привет, привет, мы здесь уже освоились, ждем Сережку. Сережка там последние вещи должен принести. Что скажу, Сережка волнуется, потому что говорит, у нас сколько вещей, это мы едем в путешествие только на 5 дней. Честно говоря, у Ярика сколько вещей, я просто не ожидала. Выходит, коляска очень большая, она, можно сказать, пол багажника заняла. У Ярика отдельная сумка, у Ярика пачка памперсов, потом Ярика еда, потом его аптечка заняла нормально так место. Честно говоря, Ярик занял больше места, чем мы с Сережкой вдвоем в машине. А это нету еще вещей ребят. Мы сейчас будем выезжать и возле метро с ними встретимся. Ярик здесь осваивается. Тут лежит его автокресло, но мы его посунем, потому что там будет возле окошка сидеть Кирилл, а посредине будет лежать автокресло. Ну что, мы выехали. Да? Отъехали, можно сказать. Что? Отъехали. Отъехали у нас на часах, можно сказать, уже 9:25. Что-то мы немножко задерживаемся. Уже звонили ребята, говорят, что они уже возле метро, они нас ждут, честно. Сережка волнуется, не знает, куда положить вещи их, потому что весь багажник занят. Здесь вот вещи тоже висят и сзаду для встречи, там тоже одежка висит, чтобы не помялась. Солнышко, солнышко нас встречает. У нас сегодня очень хорошая погода, но все в инее, все такое белое-белое. Машину еле прогрели. Она типа волнистая, ножки, сделали остановочку, да? Мы сколько уже проехали? Да, в Львовской области, недалеко от города Броды. Броды, да. Это сколько проехали? Мы проехали? 2 часа 400 уже? 400 километров примерно. Ага. Это где-то 3,5-4 часа мы ехали. Мы заправляться будем или нет? У нас нет, есть бензин? Нет, пока еще есть. Заправляться не будем.
будем, заправимся. Да, мы сейчас сделаем зарядочку и пообедаем. Да. Да, сейчас у нас будет обед. Потому что мы очень-очень хочем кушать. Да? Да. Ярик уже покушал. Да. Ему хорошо. А ты же его так без обуви. Угу. Да? Мы пьем чаёк и кушаем бутерброды. Котлетка батон. Да. Котлета по-киевски. Угу. Шутка. Шутка. Я дала смак. Я дала собакам немножко шарлотки, они теперь от меня не отходят. Это мои новые друзья. Хотят добавки, да? Ну, у меня уже нет. Няф-няф и нуф-нуф. И гав-гав. Какие бусинки, им никто кушать не дает. На, никто. Знаешь, сколько тут таких заезжих? Мы здесь остановились на пару минуточек, Кирилл пошел курить, а Сережка посмотрел адрес отеля, и до Львова осталось 8 километров. Скоро-скоро. Нет, 14. А я смотрела 8, там написано. Нет, до отеля 14. А, до отеля 14. И Ярик смотрит, как на заправку машины. Ярик вообще всю дорогу проспал. Молодчинка. Скажи, круто в машине ездить, да? Зай, расскажи на камеру. Реально мы уже пешком дошли, уже тут осталось 3 минуты ходьбы, но на машине это, наверное, 20 минут будем ехать, потому что во Львове ужасные пробки. Опа, тут мы уже едем. Не, на красный мы не едем, а по стрелочке зеленой можно. Ярику очень нравится смотреть на людей, да? Он только что с дяденькой разговаривал через скло. Так, мы уже приехали к отелю. Там ребята забирают сумки. Припарковали машину. Ярик в шоке, он такой тихий-тихий, все так интересно ему, все интересно, тогда зайка. Да, самотыхенько нам потребуется. Так, скажи, пожалуйста, как ваше еще присвище, так что полетели? Дрижи рук. Сергей. Да, Сергей. Дайте, пожалуйста, ваш паспорт. Даю. Мы приехали. Alles gut? Супер. А, этого камеры не видно. Видно. А здесь кухня, здесь можно готовить, да? Да. Здесь у нас и есть для готовки. Будем готовить. Вот такая у нас комнатка. Такая беленькая-беленькая там окошечко. Вот так здесь двухъярусная кровать. Вот такой мы комнате будем жить. Яричек уже поселился. Комната очень светлая. И вот мы заселились. Такие желтые стены, двухъярусная кровать. И две вот таких. Мы будем жить вместе. Ярик, классно? Мы здесь будем с тобой спать.
Да? Бубух! Чарик бубух. Чарик бубух. Ты маленький такие. Полотенце есть, кстати, я вижу. Да, здесь да. Есть полотенце. Кровати хорошие, да? И мне белый. Нравится белая такая светлая, с желтым, очень светлая такая комната. Здесь у нас с Яриком целовашки. Так, надо раздеваться. Да, чтобы все было идеально, а получается... И пацан же будет идеально. А пацан все равно всегда падает, бьется, дерется и так далее. Ну что, мы здесь освоились. Да. Мы здесь освоились. Как называется отель? Парк Плюс. Хостел Парк Плюс. Да, нам очень нравится. Он возле парка. А сколько мы заплатили за номер? Ой, очень дешево. Где-то 15 евро за номер на четверых. Считай, по 5 евро. Нет, каких-то 4 евро человек. Это совсем недорого. Хорошо, сейчас у нас есть вот... Ну ладно. Так, хочу вам еще показать. У нас здесь есть кухня. Сейчас мы будем здесь кушать, будем что-то готовить. Все здесь так по-новогоднему, так красиво, елочка. Так, еще покажу вам. Это наш душевая. Мне здесь, честно, очень нравится. Здесь очень так красиво, все ухожено. Все очень чисто, чисто, чисто. Здесь у нас душ. Здесь у нас душ и там туалет. Очень мне нравится желтый, белый цвет. Очень сочетается, мне очень нравится. Так что мы сейчас пойдем что-то готовить, покушать, потому что мужчины голодны, и я очень голодна. Кстати, здесь можно попить чай, кофе за счет заведения. Здесь есть вся посуда, какая вам нужна. Здесь есть кухня, вы можете все приготовить. Здесь есть посудомоечная машина, здесь есть супер быстрый интернет. Пока минусов я совсем не увидела никаких. Нам очень удобно, очень все классно. Ярик себя ведет очень-очень хорошо, так что все круто. Сережка уже кушает пирожочек с мяском, да? Очень вкусно. Санина жена приготовила. Я здесь буду варить кашку. Кашка, какая у меня кашка? Вот такая у меня каша. Будем ее кушать с бананчиком. Я сейчас сделаю себе кофе и чай будем пить. А где чай? Чай, чай, чай. Включи. Ты будешь? Я ж кофе буду. Кофе? Я уже кофе себе насыпала. Угу. Так, мальчики где-то разбежались. Кирилл пошел к машине, а Саша там в комнате телефон. С женой говорит, да? Угу. Ярочек, ты сладкий хочешь? Он кушал, ты его хотела что-то? Да, я хотела, кстати, покормить его, да. Вот такая новогодняя атмосфера уже во Львове. Очень-очень красиво. Здесь ярмарка, продают всякую красоту и вкуснятину. Очень красиво. Чем кафе. Мы пришли в кавьярню, теплый пец. Пец это печка. Мы здесь делаем заказ. Я уже сделала свой заказ. У нас я заказала тирамису, буду кушать и латте. Мальчики будут пиво.
Яричек немножко вредничает. Что ты заказал? Латте. Латте. Я тоже латте заказала. Тоже так. Вот такой вкусный тирамису мне принесли и капучино. Капучино такой красивый-красивый. И здесь там еще есть сахар. Моя коллекция пополнится. С сахарком. Ярик вредничает. Ярик хочет спадки, наверное, да? Капучино. Не, это латте. Ой, латте, а я сказала, что у меня тоже латте. Я, наверное, капучино сказала. Да. Сердечко такое красивое. Супермаркет купить молока. Да, мы хотим купить молока, потому что с утра и будем варить. Кашу с молоком и с бананом. Да, молочную кашку будем варить. Мы с утра хотим сварить молочную кашу, и мы сейчас купим молоко. Где-то Кирилл покупает сигареты и водку. И это, мы рассоединились, Яричек себя ведет хорошо, у него такие розовые щечки, он впервые на мороз попал. У нас здесь, наверное, сколько сегодня было? -5, наверное. -5, я в Сережиной шапке, я так замерзла, у меня там, я забыла просто в отеле свою шапку. Ярик свою не забыл. Ярик не забыл, ну все, давай покупай.